Детский сад «Золотой ключик» открылся в селе Инженерное в 1986 году. В нем было организовано три группы общим количеством более 60 детей. Со временем возникли проблемы с работой сада в зимний период. Печное отопление оказалось нерентабельным, а подключить газовое или электрическое не было технической возможности. В этом году, благодаря усилиям жителей села, сельских, районных и областных властей, ситуацию удалось исправить. Для перевода на круглогодичную работу в детском саду заменены старые окна, проведена новая система отопления и установлена мини-котельная, работающая на альтернативном топливе. Сьогодні у нас запрацювала нова котельна, яка дала нашим діткам тепло, і ми зможемо перейти на постійний режим роботи. Маючи можливість перейти на постійний режим роботи, ми зможемо охопити більше наших дітлахів дошкільною освітою. В этом году детский сад посещали 36 детей. Узнав, что дошкольное учреждение будет работать круглогодично и детей не надо будет переводить в другой сад зимой, заявление о поступлении подали еще 8 семей. Если мы втратим такие социально значащие объекты в селе, то есть как дитячий садок, как будинок культуры, то взагалі у села не будет майбутнього. Мабуть, для того, чтобы майбутнє было, для того, чтобы молоді сім'ї залишалися з дітьми на території, об'єкти ці в першу чергу потрібно тримати, підтримувати і, звичайно, задовольняти всі потреби наших дітей. Вместе с родителями, воспитателями и гостями из райадміністрації радовались обновлением и 4-летняя Диана Ровда, которая второй год ходит в детский сад, но зимой была вынуждена сидеть дома с мамой. Конечно, хорошо. Мы с 2 года в этом садике. Нам хорошо, но погано было, что зимой не было. Это дуже хорошо. Да? Ты хочешь садик? И у нас будет тут первая елка в этом году, да? Самое главное. Дети и воспитатели уже планируют подготовку к осенним и зимним праздникам, а руководство сельского совета решает вопрос подвоза детей к садику школьным автобусом.